Хотя, ну вот потом посмотрим время в атаке, да, во втором периоде. И в первом у ЦСКА было преимущество, а во втором вот бросок в створ, это голевой бросок. Сергей Толчинский попадает в самую девяточку, и ЦСКА выходит вперед 2-1. Смотрите, 4 минуты 3 секунды игра не останавливалась. И большую часть этого времени ведь она шла в зоне нефтехимика, но без бросков. И вот, наконец, они этот бросок подготовили. Четвертое звено армейское забивает шайбу. И Сергей Толчинский, который сегодня с новыми партнерами, отличился вот этим точным попаданием в верхний угол. Давайте еще раз посмотрим. Сам отобрал шайбу, сам ушел от соперника. И вот так бросил Ежов. Здесь не смог выучить. В ближний ему залетело, в ближний верхний шайба. 2-1 впервые в этом матче. ЦСКА выходит вперед. И первый гол у нас, кстати, в равных составах.